8. Оставили обувь в асфальте, замедлили шаг. Я теряюсь в догадках, что еще с себя сбросить, чтоб хотя бы на градусов 20 унять этот жар. Удержаться непросто, раскаляется воздух. Бесполезно старается веер, нам только хуже. Не сработал в машине новейший климат-контроль. Мы готовы лежать неподвижно в масляной луже, чтоб хотя бы на миг обмануть этот сон.